Для 35-летнего жителя Тимирязевского района вечер в кафе в октябре прошлого года закончился судебным приговором. На стоянке перед кафе у него возник конфликт с местным жителем. Происходящее тогда заметил полицейский. Он обижал обслуживающую территорию и прибыл, чтобы проследить за закрытием кафе. Требование инспектора прекратить противоправные действия нетрезвый сельчанин проигнорировал. После напоминания об ответственности за неповиновение набросился на служителя закона с кулаками. В августе суд приговорил мужчину к 3 годам ограничения свободы. Полицейский напоминает об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.